Американская актриса Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес объявили о помолвке. Об этом сообщает The Daily Mail. По данным издания, пара вместе уже более 2 лет. О помолвке актрисы и спортсмен рассказали, опубликовав в Инстаграме снимок кольца с огромным бриллиантом. «Реклама, она сказала да», — написал Родригес в комментарии к фото. Как отмечается, в настоящее время пара находится в отпуске в Бейкерс-Бэй. Ранее Дженнифер Лопес показала фото без макияжа.